меня нет вида на жительство, поэтому я согласен на любую работу. У тебя нет грин-карты? Нет. А это плохо? Посмотрим. Я сказать тебе, что ты права, сладкая моя, но мне все равно охота за руль. Сиди там, где сидишь, и держись покрепче. Что за... Пристегни.
Смотри, как опасно ездят эти придурки. Хорошо, что у тебя есть я. Я даю правильные советы. О, привет. Да что такое? Езжайте вперед и не болтайте. Санджай. И тут я ему. Нет, последний ответ. Пусть Джерика сунет свои деньги куда подальше. Ха-ха, ну и видок. Так мы и в гонки-то ввязались, чтобы подальше от мафии. Ради платы за учебу. Если победим, то положим в банк миллион и все. Завязываем. Вы чокнулись. Когда мафия предлагает работу, надо говорить «да». А уж потом валить. Только что ты ржал до колик. Да, но ты же кретин. И мне придется победить, чтобы вас спасти. Опять. Смотри, куда едешь? Тихо, машина сама все знает. Есть еще время. Чтобы обойти всех на трассе. В очередной раз. Круто. Круче только яйца. Плевать, последняя гонка. Да, я вполне доволен. Заткнись и не мешай. Ну что, можно надеяться? Молча. Прошли? Обошлось без катастроф. Можно быть оптимистом. Я всегда оптимист.
Неправда. Эй, пока я за рулем, лучше соглашайся. О, черт! Осталось немного. Джон Таннер, ты герой. А ну, повтори. Джон Пратт, я говорю, ты герой. Еще чуточку, Джон. Таннер, давай, мы почти... Что ты сейчас сказал? Отлично. А теперь самолет и колледж. Кстати, верни мне моего брата. Найди свое тело. Иди на свою войну. Что ты сейчас сказал?
Спасибо.